Добрый день, друзья, вот и подписчики канала, Агрозеленеделие с вами. Друзья, короче, отработали мы по подкормкам, по всем, все, что можно, мы все сделали. Сейчас вот вымыли внутри бочку, прокачали и готовим ган консервации. Кёркером. Вот таким вот кёркером моем. Вымываем все, чтобы все было чистенько. И на зиму я заливаю тосол в систему или антифриз, чтобы не страшные морозы были. В общем, технику сейчас мы ее вымоем и под навес поставим, чтобы ультрафиолет, лучи солнечные, никакого вреда не наделали опрыскивателю. Ну и попутно наши мопеды помыли. Сейчас Димон сверху отмывает. Да, и если получится, сегодня выйдем на повторное рыхление по кукурузе. Потому что сын вчера был, говорит, снова по рыхлению трещины пошли. Вот 3 дня назад рыхлили, все мягко. Вчера вечером поехал посмотреть. Говорит, уже по-мягкому снова трещины идут. Вот такие-то дела. Ну, сейчас вымоем, покажем, как какое будет. Как это работа, говорят, от зари до зари, от темна до темна. Так вот и у нас. Сейчас все пеной, восковое покрытие. И будем его ставить на консервацию. Потому что работ уже больше никаких не предвидится. Пена хорошо отъедает. Почему? Потому что работали карбамидом, азот. Если не помыть его, будет через краску разъедать железо. Сейчас мы его моем пена с воском. Обмоем все этот карбамид и дополнительную защиту в виде воска сделаем на все металлические изделия. В общем, как-то так работаем. Так, ну вот так вот у нас получилось. Классно так. Красиво вымыли, как новенький стоит. Все, сейчас мы его отцепляем. Переоборудуем трактор. И снова под культиватор, снова рыхлить будем. Правда, сейчас трактор еще тоже помоем. А то он в пылище весь. То сейчас пену заколотим, помоем трактор и будем отцепляться. Все, друзья, всем пока. Всем хорошей погоды, хорошего настроения и крепкого здоровья.